В Мотыгинском районе 21-летний злоумышленник попытался ограбить продуктовый магазин, вооружившись гаечным ключом. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина в маске и с инструментом в руке ворвался в торговую точку и потребовал отдать ему из кассы деньги. В момент ограбления в магазине находилась женщина с ребенком. Они попытались уйти, но злоумышленник преградил им путь. За посетителей вступилась продавец. Она начала бороться с грабителем и в результате заставила его ретироваться. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. И каково же было удивление продавщицы, когда она узнала в нападавшем своего близкого родственника. Ну и подробности этой истории вы сможете узнать уже завтра в программе «Закон и порядок» на телеканале «Енисей» в 18:45.